Досрочное голосование перемещается на избирательные участки. 11 и 12 сентября жители Ульяновска ждут в стационарных помещениях для голосования. Двери будут открыты с 8 утра до 20 часов вечера. Адреса привычные. Большинство избирательных участков находятся в школах. В связи с этим управление образования немного скорректировало учебный процесс. В школах города 11 сентября пройдет единый день краеведения. Стены школ расширяются в этот день, и уроки будут проходить на свежем воздухе, в музеях, в библиотеках, в онлайн-режиме. И мы считаем, что каждая образовательная организация проведет его очень интересно. На сегодняшний день все школы готовятся к этому дню, готовят планы, готовятся учителя, решаются самые разнообразные организационные вопросы. Но это совсем не значит, что учебный день может пропасть. Учебный день будет перенесен и проведен 19 сентября во всех образовательных организациях города Ульяновска в полноценном режиме. Основным днем голосования является 13 сентября. В Ульяновске пройдут выборы в городскую думу. В Димитровграде и Вишкаимском районе до выборов в местные органы законодательной власти. На все избирательные участки уже доставлены средства индивидуальной защиты.